Минобороны РФ, 92% территории Сирии освобождено от ИГ. За неделю совершено 517 боевых вылетов и уничтожено более 1260 объектов террористов. Более 92% территории Сирии освобождено от боевиков террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в еженедельном отчете Министерства обороны РФ, опубликованном в газете «Красная звезда». Согласно данным инфографики, от террористов освобождено 92% территории Сирии. Отмечается, что самолеты ВКС РФ совершили более 517 боевых вылетов и уничтожили более 1260 объектов террористических группировок в Сирии за неделю. В Сирии разбился российский бомбардировщик, экипаж погиб. Напомним, ранее Минобороны РФ заявила о круглосуточном перемалывании боевиков ИГ. По материалам сайта newsgro.com.